который называется «Снег на ресницах». Ну, чтобы разбавить немножко грусть и пафос, хочу сказать, что Саша не скрывал никогда, и что эту песню написал в сортире, вот, и лучшие вещи иногда рождаются в самых необычных местах, в самых странных обстоятельствах. Это очень необычное место. В принципе, да. А вот мастер поэт говорит, что все нормально. С днем рождения, Саша!